Как сыграть припев трека She Loves Me Not группы Pop Roach? В этом фрагменте есть несколько интересных моментов. Во-первых, этот ритм относится к так называемым half-time ритмам, когда малый барабан играет не на вторую и четвертую долю, а на третью. Это создает совсем другое ощущение. Такие ритмы используют, чтобы добавить контраста и прокачать отдельные части песни. Во-вторых, в этом рисунке играется интересное заполнение 16-ми нотами между томами и малым барабаном. На примере такого заполнения вы сможете прокачать скорость и уверенность при перемещении рук по установке. Итак, давайте сыграем этот двухтактовый рисунок по четвертям. Берите палочки, садитесь за установку и играйте вместе со мной. Сыграем первую четверть первого такта. Чет и раз, и два, и три, и чет и раз, и два, и три, и чет и. Сыграем вторую четверть первого такта. Чет и раз, и два, и три, и чет и раз, и два, и три, и чет и. Добавим третью четверть первого такта. И раз, и два, и три, и чет и раз, и два, и три, и чет и. Добавим четвертую четверть первого такта. Раз, и два, и три, и чет и. Раз, и два, и три, и чет и. Добавим первую четверть второго такта. Чет и. Раз, и два, и три, и 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 чет и. Добавим вторую четверть второго такта. Раз, и два, и три, и чет и. 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 Добавим третью четверть второго такта. Раз, и два, и три, и чет и. 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 Добавим четвертую четверть второго такта и сыграем ритм целиком. И раз, и два, и три, и чет и. 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 Раз, и. А теперь поднимем скорость. У некоторых могут возникнуть сложности с этим ритмом. Они связаны в основном с недостаточной координацией, когда тяжело играть нестандартные биты, а также с напряжением и зажимом в руках, что достаточно часто препятствует развитию скорости и уверенной игры быстрых заполнений. Как прокачать координацию и уверенность при игре переходов, я рассказываю в видеокурсе «Путь профи-барабанщика». Если вы хотите получить этот курс бесплатно, пишите сообщение «Хочу курс».